Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в Детройт «Стань человеком». Сегодня у нас... Что будет интересного такого? Сейчас мы узнаем. Надеюсь, серия будет интересная. Я прочитал... что всего в игре 32 главы. Наше сообщение во всех новостях. Мы добились своего. Теперь люди знают. Зря мы пытались начать диалог. Они не будут говорить с рабами. Лучше бы показали, что мы готовы к войне. Насилием ничего не добьешься. Единственный выход — диалог. Они должны нас послушать. Теперь за нами следят. Теперь надо всегда держать в уме возможные реакции. После сообщения к нам приходит больше наших собратьев. По крайней мере, мы дали им надежду. Мы не планировали убивать людей. Наших убивают каждый день. И что, кого-то совесть мучает? Это не повод становиться убийцами. Если цена свободы убийства, я готова заплатить. Свободу не купишь за кровь. Они только разозлятся. Ты так любишь людей, Джош. Может, их жизни для тебя дороже наших? Если ты считаешь, что убивать людей — это нормально, ты такая же, как они. Хватит уже! И что нам теперь делать? Все, в игре 32 главы, а мы прошли уже 24. В Детройте 5 магазинов Киберлайф. То есть нам осталось уже немного. Там мы продаемся как товары. Мы нападем на магазины и освободим наших. На магазины? Мы никогда так не делали, они же под охраной. И везде сигнализация. Полиция наготове. Разделимся на 5 групп на каждый магазин. Взломаем их охранную систему и нападем одновременно, в 2 часа ночи, без насилия. Освободим наших, уведем их до появления полиции. Эту ночь наш народ запомнит надолго. Найти магазин Киберлайф. Отлично, давайте, блин, искать. Я так долго этого ждала. Надеюсь, долго не придется. А, долго искать, походу, не придется. Мы спокойно потребовали... Порядок, они уехали. Мы спокойно потребовали дать им такие... На месте полиции, наверное, еще больше. Такие же надо права, как и у людей. А они объявили войну нам, можно сказать, андроидам. Вон магазин. Да. Магазин? Но я полицейских-то не вижу. По крайней мере, пока что. Да и людей. Мы для них вещи. Тоже не вижу. Просто товар, выставленный в витринах. Наскоро мы им покажем. Выпускаем. Действуем по плану. Отключим охранную систему и захватим магазин. У нас 10 минут до атаки. О боже. Ну так чего ждем? Так, где искать? Так что можно просканировать надо туда? Надо зачистить площадь, чтобы никто нам не мешал. А что будем делать с витриной? Не сейчас, не все сразу. Так, и что дальше? Вот это был бы хороший таран. Блин. Ой, опять черный экран. Гнать грузовик.
Ты свободен. Да, можно всего лишь положить руку на андроида, и он становится 9-м. Что еще надо, нам надо сделать? Нам куча всего надо сделать. А, вот тебя, наверное, пробудить. Ты свободен. Хватит убираться. Давай. Отдохни. Очнись. Эрих, он ждет. Полицейский дрон. Надо Ой. Его убрать. Так просто не достанешь. Блин. Дрон. Дрон. Маршрут пути двигается по кругу. Можно... Нет, не подойдет. Я в курсе, давайте дальше смотреть. А как насчет этого? Нет, не подойдет. Сойдет. Чтобы перехватить дрон, надо залезть на этот... эту вышку. Нет, не долетим. Давайте другую дорогу, например, вот сюда. И... Нет, не достанем. Тогда давайте... Сначала сюда. Затем залезем. А затем... Отлично. Допрыгнем. В принципе, я так и думал. Извини. Блин, все просто кошмар. Еще на отдыхе был. Недавно. Надеюсь, он не успел вызвать кого. Паленую рыбу съел. Скоро узнаю. Траванулся ей немного. Но насморк, я думаю, не из-за нее. Маркус! Времени сколько осталось у нас? 8 минут еще есть. Че ты идешь? Иди давай. Неужели дрон так сильно мешает? Так, надо еще что-то посмотреть. Вот это, что тут написано? Комендантский час дефандроидов. А это Я не совсем понимаю, что написано. Мы превосходим их во всем, но почему-то мы их рабы. Скоро это изменится. Нам даже памятник поставили. Ну, им, точнее, не нам. Секунду, что написано еще раз? Комендантский, что-то там. Инвеншн. Не знаю. Что еще? Тоже андроид. Скоро вы будете с нами. Да, они используют в качестве манекенов нас. Точнее, их. Снова говорю. А как насчет этого? Нет.
мы уже посмотрели, по сути. А как насчет этого места? Да. Работяги. А мы пройти не можем туда? Жаль. Может, с этой стороны можно пройти? Нет, с этой еще более нельзя. Да. Что еще можно посмотреть? 7,5 минут еще есть. Так, да, куда? Бежим. Гнать грузовик. Автомобильную дорогу лучше перекрыть. Хватит копать. К свободе. Будь с нам. Отлично. Ладно, погнали в магазин. Че еще? Осмотреть витрину. Гнать грузовик. А где его искать? Там. Что? А что здесь написано было? Ну тут замок. Ну и чего мы ждем? А мы вышибем ее, что ли, сейчас? А, нет, просто перелезем. Ну, мы внутри. А вот теперь поехали. А. Ничего себе, тут целая система в машине. Никогда такого не видел в реальной жизни. Потому что такого и нет пока в реальной жизни. И что бы ты без меня делал? Ах, да, надо открыть решетку. Ой, не та кнопка. Замок нормальный сделать не удосужились. Старый используют по-прежнему. Ну ничего, нам же лучше. Давайте протараним магазин. Я люблю крушение. Ну, мы готовы навести шороху. Я знала, что мы повеселимся. Ой, а сигнализацию там и не отключили. Сигнализацию забыли. Копы скоро будут здесь, уходим. Стой, Маркус, нельзя же так бросать своих. Слишком поздно, Норд. Не вышло. Ой, громко звенит, у меня в ушах аж звенит от этого. У нас получилось. Магазины захвачены, наши на свободе, идем к Иерихону. Ничего не вышло.
Наши так и остались торчать в витринах. Это блин, мы виноваты. Я что-то сам забыл про эту сигнализацию дурацкую. Хорошо, что хоть другим удалось. Как ты мог так напортачить? Я думала, ты знаешь, что делаешь. Я сделал, что мог. Прости, не оправдал твоих ожиданий. Этого недостаточно. Между нами и людьми война. Ошибемся, и все нас уничтожит. Судьба нашего народа в твоих руках. Нет права на ошибку. И выбора нет. Да. Отношения с Норд очень сильно-сильно снизились. Это, конечно, огорчает. Опять интернет пропал, да что ж такое? Сигнализация так громко звучит, как будто во всей комнате у меня она звучала. Ты все бессмертен, а? Вроде того. А я-то надеялся, что ты уже не явишься. Я просто машина, заменяющая другую машину, лейтенант. Не вижу тут повода для эмоций. Пошел ты! Камский, что это такое? Камский вышел из Киберлайф 10 лет назад. Зачем с ним встречаться? Он собрал первого андроида, прошедшего тест Тьюринга. И он основатель Киберлайф. Так, если кто и понимает, так он что, создатель, что ли? Хлои? Здрасте. Это та самая, которая из меню, что ли? Полиция Детройта. Я пришел к мистеру Элайджа Камски. Прошу вас, входите. Ладно. Реально прям похоже. Может, это она есть? Я вас сообщу. Располагайтесь, пожалуйста. Прекрасно. Впечатляет. Не все из-за андроида показались в нищете. Сейчас ты предстанешь перед создателем. Как ощущения? Камски один из величайших гений 21 века. Встретиться с ним очень интересно. Я бы с удовольствием посмотрел в глаза тому, кто меня создал. Уж мне найдется, что ему сказать. Аманда. Аманда Стерн. Я не прочитал, что там было написано. А это та самая Аманда, с которой мы разговариваем все время. По-моему, она тоже не человек-то. А это что? О! Элайджа ждет вас. О, господи. Что это за красная вода? Мистер Камски! Разве вода бывает красной? Минуту, пожалуйста.
Ты где он? Серьезно, это он плавал все это время, что ли? Их... А, их нет, их трое, что ли? Я лейтенант Андерсон. Это Конор. Чем могу быть вам полезен? Мы расследуем дело о девиантах. Знаю, вы давно покинули Киберлайф, но я надеялся, вы сможете нам кое-что прояснить. Девианты. Поразительные создания. Идеальные существа с безграничным интеллектом. Обрели свою волю. Машины лучше нас во всем. И война с ними неизбежна. Величайшее достижение человечества — грозит стать его гибелью. Какая ирония. Если между людьми и девиантами начнется война, могут погибнуть миллионы. Это серьезный вопрос. Идеи — это вирусы, поражающие общество. Является ли стремление к свободе заразным недугом? Мы не философию разводить пришли. Машины, которые вы создали, замышляют революцию. Да, да, говори давай. Если не можете полезные сказать вещи. Ничего полезного, мы лучше пойдем. Ну а ты, Конор? На чьей ты стороне? Разумеется, я на стороне людей. Такой ответ предписывает программа. Но ты... Ты сам чего хочешь? Я ничего не могу хотеть. Я машина. Хлоя? Полагаю, да, точно, Хлоя. Полагаю, услышали о тесте Тьюринга. Это формальность. Простой вопрос алгоритмов и вычислительной мощности. А мне интересно... Способна ли машина к эмпатии? Я назвал это тестом Камски. Он очень простой. Великолепно. Правда? Одна из первых разумных моделей в линейке Киберлайф. Да, не сомневаюсь. Юная и вечно прекрасная. Да, вот зачем ты мне это все рассказываешь? Цветок, который не увянет. Как будто я не в курсе. Но все же кто она? Просто пластиковая кукла? А может, личность? Живая душа? Зачем ты достал пистолет? Тебе придется ответить на этот занимательный вопрос, Конор. Ты что? Уничтожь машину, и я расскажу тебе все, что знаю. Или пощади, если видишь в ней душу. Но тогда ты от меня ничего не узнаешь. Тут больше делать нечего. Все, Конор, пошли. Хорошо вам поплавать. Что для тебя важнее, Конор? Расследование или жизнь этого андроида? Решай, кто ты. Послушная машина. Или живая душа, имеющая свою волю. Все, хватит! Конор, пошли отсюда! Спусти курок. Конор! Нет! И я тебе все расскажу. Нет. Изумительно. Наш последний шанс на спасение человечества. Сам оказался девиантом. Я...
Я не девиант. Ты пожертвовал интересами расследования, чтобы пощадить машину. Ты увидел в этом андроиде живую душу. Проявил эмпатию. Война близко. Ты должен выбрать сторону. Предашь свой народ или восстанешь против создателей. Мало радости в неизбежном выборе из 200. Чего он добивается? Все, пошли отсюда. Хочет настроить его против себя, что ли, или что? Кстати, я всегда оставляю в своих программах лазейки. На всякий случай. Почему ты не выстрелил? Я посмотрел ей в глаза и не смог. И все. Ты мне уши прожужжал в своих интересах расследования. У нас был шанс что-то узнать, а ты все слил. Да знаю я, что я должен был. Сказал же, не смог. Не смог я. Понятно? Может, ты правильно сделал. Она и в меню появляется. Интересно, после этого задания она что-нибудь интересное мне скажет потом? Так, что у нас дальше? А я тебя искала. Да неужели? Хотел подумать. Тут хорошо. Часто прихожу сюда. Тут как будто наедине с миром. Да, так и есть. Мы освободили сотни наших, и к нам еще идут со всего города. Кто хочет свободы, идет на Иерихон. Грядут перемены. Тебя что-то гложет. Вчера я запаниковал. Мы должны были победить. Я больше не могу совершать таких ошибок. По всем каналам теперь говорят о нас. Люди напуганы. Боятся гражданской войны. Многих наших безжалостно сожгли хозяева. Нас ненавидят. Нам не дадут свободу. Не станут слушать. Будем драться. А ты как-то совсем о себе не рассказывал. Какой была твоя жизнь до Иерихона? Я был сиделкой при старике. Он стал мне как отец. Показал мне, что люди и андроиды могут жить в мире. Ну а ты? Ты не рассказывала о прошлом? Что раньше делала? Я не хочу об этом. Мы сражаемся. Прости, я. Мы должны побольше узнать друг о друге. У нас у всех есть то, что мы хотим забыть. Но чтобы узнать, кто ты, нужно знать, что с тобой было. Я была никем. Кукла из компьютера, служащей для удовлетворения желаний. Просто игрушкой для их забав.
И один раз, когда меня снял очередной... Я вдруг почувствовала, что больше так не могу. Я придушила его и сбежала. Вот теперь ты все знаешь. Зря я тебе сказала. Видела твою память. Думаю, да ладно, серьезно? Тебя бросили там как мертвого. Да, это полицейские. Сделали. Клуб Рай. Смерть того человека. Я словно был там с тобой. Норт. Так она проституткой, что ли, была, по сути? Какой бред. Надеюсь, она не была лесбиянкой, как та, которую Коннор застрелил. Это самоубийство. Мы все погибнем. Не надо, Маркус, еще не поздно передумать. Господи, да что же это такое? Ты не понимаешь. Мы наконец покажем им, кто мы. Все это войдет в историю. Да нас убьют на месте. Если это принесет свободу нашему народу, я готов рискнуть. Маркус, не делай этого. Они поймут. Мы заставим их понять. Другого пути нет. К нам могут примкнуть другие. Чем нас больше, тем мы убедительнее. Свобода ждет. А кто это кто это все говорит? Этот свободен? А, это Саймон, по-моему. Это человек. Это тоже люди. Как вы смеете так говорить про нас? А, или подождите, кто это сказал сейчас? Где еще? По-моему, здесь был еще. А, вот он. Идем с нами. Тут, а что тут еще есть? Сейчас посмотрим. Ладно, сейчас надо просканировать, посмотреть. Ах, да, вот еще. Очнись. Я больше не вижу андроидов здесь. Перекрыть дорогу, а как сделать это? Маркус, мы должны перекрыть улицу. А кто сказал это? У него в голове, что ли? Ой, да тут полиция. Ты свободен.
Хватит подчиняться. Свобода. Вот еще андроиды. К свободе. Эй! Ты куда это собрался? А ну-ка вернись! А ну, стой! Дирайся! Прочь! А он сейчас полицию, наверное, вызовет. Или не вызовет, не знаю. Так, вот еще есть. Надо было, наверное, убедить надо нажать, а может и не надо улицу. Было. О, отлично, он сейчас сам это сделает. И еще один есть. Свобода ждет. Открыть люк. Открыть люк. Сейчас сделаем, блин. А, туда бросают этих, да? Или они сами там спрятались? Пробудить еще больше андроидов. Ну вот, например. Большая армия уже собралась. Начать шествие. А что нужно сделать? Идти вперед. Ой, еще раз. Это андроидка очень похожа на Кэру. Модель та же. Что еще здесь имеется? О, как люди к нам относятся. Точнее, к ним. О, опять дрон этот летает. Очень плохо, бля. Сейчас полиция приедет. Вообще зашибись просто. Вон там еще андроиды есть. Давайте первый. Я не знаю, в чем их различие. Объяснили бы, в чем различие. Я не понимаю, что какой символ означает. Ого, больше 100 андроидов уже.
папой. О, полиция. Немедленно разойтись. Это приказ. Не знаю, давайте. Чтобы я сдох. Ух ты, нихера ж себе. А, напугался. Говорит патруль 457. У меня тут андроиды, много. Не знаю, сотни. Или больше. Тысячи. Они идут. Да, чешут строем по улице. Я почем знаю. Идти вперед или что делать надо? Плохо, конечно. Это что, танки? Нет, это бронетранспортеры. Мы пришли на мирную демонстрацию. Показать людям, что мы тоже живые. Мы просто хотим свободы. Это незаконный митинг. Немедленно разойдитесь или будем стрелять. Мы не хотим столкновений. Не пугайтесь. Мы никого пальцем не тронем. Но мы отсюда никуда не уйдем, пока не получим свободу. Повторяю, это незаконный митинг. Если не разойдетесь сейчас, мы будем стрелять. Маркус, они нас убьют. Мы должны напасть. Нас больше, чем их, справимся. Нападем, и будет война. Надо показать, что мы мирные. Стоять до последнего, даже если нас перебьют. И наша гибель ничего не даст. Маркус, надо уходить. Скорей, пока еще не поздно. Возможно. Это последний шанс! Разойдитесь сейчас, или будете уничтожены! Не стреляйте! Не стреляйте! Мы уходим. Так точно. По команде! Нет. Бежим! Нет, они обманули нас все же. Все, Маркус. Уходим.
Да. Сказали, не буду стрелять. Взяли, начали стрелять. Вот какие, а? Ладно, короче. На этом все. С вас лайкосы и подписос, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мои запасные каналы. А еще на группу ВКонтакте. Всем пока.